Привет, красотки! С вами Вика. Добро пожаловать на канал Виктория Киви. Выполняю ваш запрос и рассказываю о своем питании. Сразу отмечу, что я сторонник правильного питания, но не до фанатизма. У меня нет каких-то сильных ограничений, у меня есть просто некоторые правила, которых я стараюсь придерживаться, и это помогает мне держать себя в форме. Эти такие общие принципы и правила помогут любому человеку не просто похудеть, а и улучшить состояние своего здоровья или не запустить его. Для начала нужно свести к минимуму употребление сладкого, соленого, острого, копченого, мучного. Если что-то и пропустила, все знают давно и известны эти принципы, но мы часто им игнорируем, а они действительно работают и помогают нам прийти к цели. А если и хочется что-то из запретного списка, то лучше всего съесть это в первой половине дня. Вредности свели к минимуму, а теперь нужно увеличить количество употребления свежих овощей и зелени, молочно-кислых продуктов. Овощи и зелень не просто очень полезны для нашего здоровья, они еще и наполняют желудок и утоляют чувство голода. Постарайтесь как можно больше включать их в свой рацион. И обязательно, когда едите мясо, ешьте его с овощами. Это помогает желудку переварить сложную белковую пищу. Желательно, чтобы на ужин у вас была именно белковая пища. Мясо, рыба, бобовые. Я, к примеру, включила в свой рацион горох, чечевицу, сою органическую, нут. Также нужно увеличить количество употребления воды. Она ускоряет метаболизм, выводит шлаки, токсины из организма, улучшает работу кишечника и желудка. Раньше я практически не пила воды в чистом виде, никак не могла выработать у себя эту привычку. Что мне помогло, это приложение на телефон, которая напоминала мне через какие-то промежутки, что надо пить воду. Разные такие фразы: «Твоему организму нужна вода, выпей водички, тебе станет легче». И реально это приложение помогло мне выработать настолько полезную и нужную привычку. И еще одно очень важное правило – это не голодать, а съедать свою норму калорий. Я считаю, это самый правильный, надежный и безобидный для организма способ похудеть и не набирать лишних килограммов. Это были все основные принципы моего питания, ничего заоблачного. А если у вас остались еще какие-то вопросы или вы с чем-то не согласны, пожалуйста, пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь впереди вас ждет еще очень много полезных и интересных роликов. Встретимся в среду, пока-пока!